Одно из направлений нашей деятельности – это поддержка наших заемщиков друг друга в судебные заседания. Суд, который сегодня проходит, заемщик не являясь должником банка, 8 лет выплачивая кредит и выплачивает его по сегодняшний день. В силу вскрывшихся обстоятельств подан иск о признании договора недействительным, потому что в какой-то момент нас всех обманули. И подмену понятий, валюту кредита, нам выдали за чистую монету, и мы сейчас это оспариваем. Как долго вы будете еще приходить на акцию? Этот суд длится с декабря месяца. Конкретно слушание по этому делу с декабря месяца. Сколько это может тянуться, неизвестно, но мы очень надеемся, что сегодня будет вынесено уже какое-то решение. Все.